Jaha. Näitä taas. The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. And all 3,400 men made these work flies with bitter eyes. Поехали! Что это? Не может быть! Нет! Нет, нет! Ihan kun olisin nähnyt. Игорь, это еще не конец. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Помоги умереть. Игорь. Mielenkiintoista. Время. Что такое время, Игорь? Прямая линия? Стрела, выпущенная на заре творения и летящая в бесконечность? Универсальная константа, которую не изменить? Или что-то большее? Четвертое измерение, которое все-таки может меняться? Замедляться, ускоряться, даже сжиматься или обращаться в что-то, что может принимать форму космических струн. Бесконечное, наполненное массой и энергией, искривляющее реальности пространство. Вечное. Мира Гейтер. Ты прибыл на базу израненным и обессиленным, но ты не смог назвать Оливеру правильный пароль. Давай, Игорь, измени прошлое. Руки вверх. Так, чтобы я видел. Пароль. Ностальгия. У нас нет времени на игры, Оливер. Разве ты не видишь, что это я? Ты сам выбрал пароль. Давай просто придерживаться правил. Ладно, заходи. А если бы ты мог поменять любое свое решение? Означало бы это, что ты вернулся во времени назад? Или создал альтернативную вселенную? Это твой шанс изменить принятые решения. Шанс перекроить ткань пространственно-временной реальности. Шанс изменить последовательность событий. Мы еще можем быть вместе, Игорь. Но ты должен узнать всю правду, если действительно хочешь найти меня. Сашко предложил тебе уничтожить Око Москвы или действовать в собственных интересах. Ты решил улучшить КПК. Таракан попросил тебя сжечь его архив. Ты послушался, но упустил шанс найти новые сведения обо мне. Mitä voisit sen muuttaa? Mä haluan tietää, että niin lisää, lisää mun vaimosta. Настанет время, и тебе откроется правда. Но сейчас это не важно. У тебя есть вопросы? Задавай. Я ищу свою невесту. Ее зовут Татьяна Амалиева. В
Последний раз я видел ее здесь, в Припяти. Незадолго до Чернобыльской аварии. Много лет прошло, верно? Что же конкретно ты намереваешься найти? Точно не знаю, но... Но она преследует тебя во снах. Я так и думал. Вот, погляди. Я собрал немало документов, целую кучу. Тихо, мышонок. Они здесь. Не ожидал, что вторая проверка случится так быстро, да? Прости, мышонок. Если Нар обнаружит эти бумаги, они поймут, что мы все это время за ними следили. Сожги это место. Сожги здесь все. Немедленно. Нам нельзя рисковать. Ха, мышонок. С этими крысами шутки плохи. Вот и еще одна возможность показать, из какого ты теста. Operaatio Dorothy. Okei, tää on se Splinteri. Для тебя это все игра, крысеныш. Думаешь, кто угодно может заявиться в зону и творить, что вздумается? Крысиный король грядет, а ты собственными руками приближаешь его царствие. Понимаешь ты это или нет? Вот и Нар спешит на крысиную вечеринку. Думаю, я оставлю вас гореть вместе всей вашей визжащей крысиной шаблой. Хотел бы я, чтобы ты сделал другой выбор, Игорь. Ну, все пятки сюда полта. Эти события еще не произошли, а наше будущее не предопределено. Возвращайся позже, Игорь. Tapahtumia, mitä ei vielä tapahtunut. Обыскивая убежище таракана, ты отключил ловушки. Теперь бойцы Нар легко смогут попасть сюда. Ты не стал снова активировать их, поскольку беспокоился, что на них могут случайно наткнуться обычные люди. Михаил хотел, чтобы ты стер сервера Нар, но вместо этого ты решил поискать упоминание обо мне. Ты спас Михаила от отравляющего газа. Он с радостью согласился присоединиться к твоей команде. Tapahtumia, mitä ei vielä tapahtunut. Выпрыгнув из окна, ты прошел проверку Сашко. Он впечатлен, и ты смог позвать его в команду. Он согласился. Ты нашел припасы, но кто-то другой добрался туда первым. Ты позволил ему забрать еду и уйти. Jos mä olisin tuhonnut ton. Tutkan. Сашко предложил тебе уничтожить Око Москвы или действовать в собственных интересах. Ты решил улучшить КПК. Измени прошлое, Игорь, и посмотри, к чему это приведет. Чё так долго? Что? Зацепила тебя балеринка? Старикан сказал, что так и будет. Он хочет тебя проверить, прежде чем решить, нравишься ты ему или нет. У этого психа что ни минута, то новая проверка. Ну хоть платит нормально. Может, объяснишь мне, что здесь происходит?
Этот чокнутый сказал, что ты узнаешь этот громадный радар. А еще, что все это имеет для тебя значение. Потом он еще что-то мямлил про крысиного короля, про конец света. Окей, я решил... Но не думаешь, что всерьез. Я пришел сюда поговорить со стариком, а не с его мальчиком на побегушках. Так что я ухожу. Что ты сейчас сказал? Повезло тебе, короче. Будь моя воля, я б тебя урыл прямо тут. Только мне тогда не заплатят. А теперь завали и слушай внимательно, что старшие говорят. Придется тебе сделать выбор. Все просто. Можешь использовать детонатор и взорвать эту железную хрень ко всем чертям. Или использовать другую штуку и прокачать свой КПК. Это улучшит все сканеры в сети. С чего бы мне выбирать? А я не знаю и знать не хочу. Я делаю свою гребаную работу, а ты делай свое. То есть ты хочешь, чтобы я или дугу взорвал, или забрал вот эту улучшенную штуку? Я ничего не хочу. Я ж сказал, повторю, тебе вдруг ты не услышал, это он хочет. Лично мне вообще на тебя насрать. Я свое дело сделал. Совет тебе дам. Этот мужик, конечно, рехнулся давно. Но за всем, что он делает, всегда есть смысл. Даже не вздумай отказываться от такой возможности. Если захочешь выпустить пар, тут еще хватит хрени, которую можно взорвать. Ха-ха-ха! Okei, mun täytyisi lisää Tsernobylaitia löytää, niin toi varmaan saattais. Mikä tässä on loppujen lopuksi tarkoituksena, että pitää löytää vaan tarpeeksi Tsernobylaitia, että voi niin kun hakea tuolta noin budgettaa esiin oikeat vaihtoehdot, millä saa niin kun haluamassa lopun. Tätä voisi yrittää uudestaan. Se voisi olla. Talkkaria vastaan joutuu tappelemaan todennäköisesti. Ладно, Игорь, что дальше? Mä en oo muuten käynyt tuolla. Keskustassa kaikkiaan itse asiassa.
100% mahdollisuus onnistua. Tää ei oikein ole metsämiehiä kyllä. Kyllä tää... Shazako. Yrittämään vaan. Михаил утверждает, что это просто бизнес. Но я уверена, и ты сам видишь, что он не рассказывает тебе всей правды. В его душе столько черноты, из-за утраты, из-за скорби. Не дай этой черноте просочиться и в тебя. Пари Чернобыля типала, тарвис, не пystyisi muuttamaan taas niinku historiaa. Täälläpä näyttää kauniilta nyt tällä hetkellä. Supersieniä. Okei, mutta nyt meidän täytyy juosta. Siellä on noita hirviöitä. Vähän ehkä speedrun-meiningillä, mutta... Se hermitti pitää löytää. Väärään suuntaan. Здесь не стреляй. Давай-ка я тебя подлатаю. Спасибо. Правда, у меня с собой ничего нет. Все сбросил, пока убегал, но у меня есть информация. Может, тебе пригодится. Я ищу одну женщину. Ее зовут Татьяна Амалиева. Она играет на скрипке, так? Сибелиуса. Да. Ноим.
tietää, mitä täältä löytyy. Jos käyttää tätä burneria. Kemikaaleja. Ah, Tsernobylaittia löytyy. Miten me voidaan muuttaa tulevaisuutta, ei kun menneisyyttä. Okei, mielenkiintoinen laite täällä alakerrassa. Jees. Valitettavasti meillä on kyllä kellossa. Mä oon tällä hetkellä menossa. Mä oon muuten hukas. Pitäis päästä. Tästä pääsee tähän. Tästä. Näin. Oho. Se on aika paljon kaikkea kyllä. Sisällä. Mä katon vaan. Aha, nyt sotilaat. No, ehkä mä luuttaan sitten, jos se saa voitettua sen mustan stalkerin. Котенок, знаешь такое выражение, Игорь? Ты есть глупое дитя, запутавшее в темноте. Думаешь, ты все ближе к разгадке, но тьма окружает тебя со всех сторон и скоро поглотит полностью. Тебе стоило держаться подальше. Я не позволю тебе разрушить все сейчас. Täytyy käsittää, että Igori on muutellut vähän menneisyyttä. Хочешь показать, из какого ты теста? А теперь беги. Я уничтожу тебя, если потребуется. Даю тебе фору в 10 секунд. Окей.
Зачем ты вернулся? Посмотрим, на что ты способен. Täyteiset on aika paha juttu. Nythän mä vasta hukasin. После воздействия чернобылита люди могут общаться друг с другом. Поэтому они видят Татьяну. Поэтому ее вижу я. Окей. Eli Чернобылитillä ihmiset пystyy kommunikoimaan keskenään. Ja ajaa avaruuden läpi. Siellä oli toinen kaveri. Onpas niitä paljon ne. Jätämme tuon henkiin. Jaha. Näitä taas. Tietysti kateissa. Jaha, olisi muuten liian. Jaha. Täysin normaalia. Mikä Chernobyliitti niinkun saa nuket tota noin niinku riivatuiksi ilmeisesti sitten. Patrick. Ah!
otti muuten vähän liikaa kutia. Ai niin, se oli täällä tää pori. Varmaan sitten täytyy haulikolla tommoset hoidella. Tää meni piiloon, tai ainakin yritti mennä piiloon. Как он там? Ранен, но выкарабкается. Отличные новости! У него есть доступ к важным припасам и выход на нужных людей! Ты, я смотрю, распереживался за друга, Миша. Да пошел ты! Ишь, святой выискался! Нимф не жмет? Может, для тебя все это романтическое приключение, но некоторым здесь приходится выживать! Слушай, Игорь, есть минутка? Конечно. А что такое? Я всякого в жизни повидал, но никак не могу привыкнуть к тому, что нахожусь внутри. Как это назвать? Внутри пространственно-временного туннеля, соединяющего сингулярности? Опять, да? Что опять? Используешь эти ваши заумные словечки, которые для меня ничего не значат. Я не ученый. Извини, привычка. Даже мне очень сложно понять это явление, уж поверь. Или ты просто что-то от нас скрываешь? Глупости, зачем мне это? Потому что знание — это сила. Или потому что эта штука, чернобылит, может открыть врата в ад. И ты не хочешь, чтобы об этом узнали. И снова глупости. Точно? Ты как волшебник, в руках которого ключ к вселенским тайнам. Как знать? Может, ты станешь пророком, путешествующим во времени, мистиком зоны? Я верю в науку, а не в магию. Для обывателя это часто одно и то же, друг мой. Okei, tämä mulla on. Tää oli nyt se prässi, mikä niinku puuttuu vielä. Tiennytkään, että keramisia levyjä saa niin kuin bensasta ja
kemikaalista. Kemikaalit kyllä kuuluu aika hyvin. No. Sitten vaan tuutumaan. Mikä seuraava niinku, mitä seuraava päivä tuo sitten tullessa? Sekä tosielämässä että myöskin peleissä. Mutta kyllä tää niinku oudommaksi ja oudommaksi skifi-seikkailuksi jatkuvasti menee.